Итак, привет, уважаемые друзья, подписчики, с вами, как всегда, я Никита Слайв, обзоры журналов. Сегодня на обзоре у нас журнал «За рулем», январь 2020 года, общий номер 178, и приятного просмотра. Да, давненько не было «За рулем Украины» на обзор. Ну, наступил новый 2020 год, и журнал похудел. Теперь в нем 84 страницы. Ну, рекламу заднюю считаем. 84 страницы в журнале. До этого было с апреля 2014 года в журнале было 100 страниц. И так продолжалось до декабря 2019 года. Жалко, журнал похудел. Ну, спойлер, до сегодняшних дней количество страниц не изменялось. То есть, как и было 84, так и осталось. «Князи грязи», сравнительный тест, «Новый патриот» и десятилетний Toyota Land Cruiser 200. Большой тест Toyota RAV4 нового поколения, Subaru Forester и Mitsubishi Outlander. Изучаем проекционный дисплей, экспертиза за рулем, зимние дворники, бустер или адаптер. Везем детей безопасно. ГАЗ М21 с автоматом, турбомотор, развеиваем мифы, и новая Шкода Октавия. Ну и Toyota CHR 2020 года, почти электрокар. Ее представили в январе 2017 года, ровно через 3 года ее обновили. Ну что ж. Ну, давайте посмотрим кадры, как мы с ним знакомились. Наша неизменная традиция. Красивая и смелая. Toyota CHR пусть будет. Это не CHR вроде бы. CHR, блин. Короче, проехали, будет просто Toyota. Напишите, как правильно, я запутался, как это читать. Задняя боковая часть. И задница этой Toyota. Думаю, кадры закончились. Давайте приступим к обзору самого журнала. Игры и в покемонов. Ну, колонка редактора, главный редактор, также остается Николай Захарников. Он вступил на пост редактора главного в 2012 году. Также вот выпуск с российским имеет сходство по тестам на обложке, но не имеет сходства по самому оформлению обложки. Содержание первого выпуска 2020 года. Автомобили в номере немного, но всех я расскажу по ходу номера. Само содержание. Также продолжаются у нас содержание. Именно две картинки большие вот здесь. И одна большая тут. И вот колоночка. Такого у нас идет с декабря 2019 года. За рулем момент. Новости. Новости рынка. Также реклама сайта «За рулем Украина». Ну и дальше ехать некуда. Автосалон 2019 года. Ну, выставка. Новый Mercedes, Geely Icon, ну, Aston Martin, новый Nissan Leaf, Mercedes Maybach, уже кроссовер. Дальше GAC, восьмерка с GAC'ом. Lexus, Volkswagen. Такие у нас не продаются, это для других рынков. Шкода Камик, также Черри Тига 7. Ну и сама Toyota, с которой мы уже познакомились и за прошлые обзоры 2017 годов. Обзоры журналов за 2017 годы. Ну и теперь мы будем так знакомиться. А теперь поехали. Премьера Toyota CHR 2.0 Hybrid. Гибрид, это поясню. Гибрид – это машина с батарейками, но еще работает на бензине. Поэтому это гибрид. Также реклама. Ну, буквы не, ну, буквам не мешают, вроде выглядит нормально. Также можно посмотреть видео, которое я закреплю в комментариях. Также задняя часть Toyota, второй ряд сидений. Салончик Toyota, мультимедиа,
передняя часть, ну, облицовка, задняя часть. Транс это гибридная система четвертого поколения. Платформа, движок. Задняя часть. Шахматный беспорядок. Премьера Hyundai Sonata нового поколения. Конкуренты Hyundai Sonata, Mazda 6, Toyota Camry и Skoda Superb. Все они, в принципе, недорогие. Боковая часть. Салончик Hyundai Sonata. Еще одна боковая часть. Задняя часть. Четвертая октава. Премьера Skoda Octavia. Здесь у нас немного напутали вот тут. Ждать нового Октавию в Украине придется до лета. Цены, конечно, пока неизвестны. Первого поколения Skoda Octavia выглядела следующим образом. Также, ну вот такая вот Skoda Octavia у нас. Это с 98 года выпуска. Дальше, вот это не 2004 года выпуска Octavia. Вроде бы как. Если я ошибаюсь, я поправлю себя на экране, ну, буквы напишу. А тут уже точно ошибка. Это рестайлинговая версия. В 2013 году Skoda Octavia выглядела чуточку по-другому. Это рестайлинг 2017 года. Тип кузова универсал, есть и тип кузова седан. Также салончик. Ну и багажник. Octavia всегда была в кузове лифтбэк. Бывший, ну точнее даже очень, в 2009 году, короче, ушел вот этот главный редактор, это Петр Меньших. В 2009 году он ушел с редакции за рулем, продержался где-то лет 10 он в редакции. Я точно не помню, когда он вступил, может где-то в 2000-м, может 9 лет продержался. Короче, хорошим редактором был. Корсар. Премьера нового Opel Corsa. Ну как новое. Не в муфтах счастье. Тест RAV Toyota RAV4, Mitsubishi Outlander и Subaru Forester. Цены на все эти автомобили. Outlander самый дешевый. Ну и на этом спасибо. Если бы он был дорогой, вообще бы его никто не брал. Потому что машина очень уже древняя. В 2012 году пошла на конвейер. Потом это был глубокий рестайлинг. Subaru Forester, лесник четвертого поколения, продавец с прошлого года. В отличие от соперников, доступен исключительно с полным приводом и вариатором. Сделано в Японии. Mitsubishi Outlander выпускается с 2012 года, неоднократно обновлялся. Последний раз пару лет назад, в 2015. До недавних пор был доступен с двигателем V6, но сейчас эта версия выведена с рынка. Сборка в Японии. Toyota RAV4 нового поколения. Продажи автомобилей пятого поколения стартовали минувшей осенью. Построен на современной архитектуре TNGA. Передний или полный привод. Собран в Японии. Данные производителей, салон Mitsubona, салон Лисника и салон RAV4 Лисник. RAV4 Лисник. Также такие картинки у нас есть. Обогрева. Такие вот картинки. Замеры за рулем. Задние части, второй ряд сидений, багажники, ну и, собственно, оценочки. Сами можете вот посмотреть. А проиграл у нас Mitsubishi Outlander, ну это и не удивительно. Цена патриотизма. Новый у вас Патриот или Toyota Land Cruiser 200? Toyota, конечно. Он, правда, он не 10-летний, это вот сам Land Cruiser, он вроде в 16-м году вышел. Почему 10-летний, я уточню этот момент. Но суть в
том, что, во-первых, он в цене потерял уже, его можно брать, и он по качеству будет хороший. А Патриот, ну что Патриот, он развалится. Безопасность у него отстой. Хоть новый, хоть не новый. Стоит конь, а технологии еще из 2005 года так и остались. Единственное, что у него меняется, это внешка. А так машина как и была говно, так и осталась говном. Данные производителей. Также салон Патриота, задняя часть Патриота, сам Патриотик, задняя часть Тойотика, салон Тойотика и Тойотик. Ой, да, рано слишком. Задние части. Салончики. Второй ряд сидений. Ну и багажники. Ну и оценки. Естественно, Патриот всрал. Для дома, для семьи. Тест Citroёn Berlingo. Вот такой вот Citroёнчик у нас. Задняя часть. Салончик. Боковая часть. Плюсы и минусы. Ну и бардачок. Кепочку сюда можно засунуть. За рулем эксперт детские кресла. За рулем эксперт зимние дворники. Такие у нас дворники. Дворник в футляре. За рулем эксперта проекционный дисплей. Страшное слово турбо. За рулем ресурс турбомоторы. За рулем ресурс вторые руки. Дух свободы. Это у нас Opel GT. С рулем оригинал. Ой. Вот. Мечта, ставшая легендой. За рулем оригинал. ГАЗ М21 с АКПП. Это у нас такие вот Волги. Ну, победы. Газики. Это не, да. Это у нас, так сказать, первое поколение. Дорестайлинговый вариант. Это у нас рестайлинг, можно назвать. А это самое новенькое. У них разные решетки радиатора и разные технологии. Это, так сказать, первое поколение дорестайлинга. А это первое поколение, уже второй рестайлинг. Суть, потому что машины остались одинаковыми. Может, также салон. Ну, до рестайлинговой версии. Задняя часть. Второй ряд сидений. Это у нас первого рестайлинга. Рестайлинга. Опять же, повторюсь, я в Ютубе уже вообще разучился снимать. Спортивные никому не нужные новости. Интерактив любозналки. Ну, самый интересный, как по мне. Экзамен на дому. Как обычно, у нас обзор журнала «За рулем» затягивается на 14 минут. Интерактив «Советы бывалых». Ну, кому надо, вот почитайте. И анонс на следующий выпуск. Журнал хоть и поредел, но тираж не изменился. Также и остался 33 тысячи экземпляров в ближайших номерах. Сравнительный тест, именно наш, нашего за рулем украинского сравнительный тест, что очень хорошо, что мы сами провели этот тестик. Ford Focus у нас заряженный и обычный. Электронные права. Ну, у нас дальше видеорегистраторы, Volkswagen Golf и солярка. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А я желаю всем хорошего дня, вечера, ночи и утра.
До встречи.